Субботний вечер 28 августа десногорцы встретили в кинотеатре. Три бесплатных показа были приурочены к Дню российского кино. Любители киноискусства смогли увидеть самые кассовые фильмы российского кинематографа за 2020 и 2021 год. Среди них семейная приключенческая картина «Пальма», сказка «Конек-горбунок» и героическая история о пожарных и спасателях «Огонь». Организаторами акции традиционно выступили Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал «Культура РФ». Более 200 человек посетили сеансы в этот день и смогли познакомиться с популярными картинами либо повторно посмотреть любимые фильмы на большом экране. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.